Ильич Дюмин. Уважаемые ветераны воздушно-десантных войск, товарищи гвардейцы-десантники, поздравляю вас с праздником, с Днем воздушно-десантных войск. Гвардейцы-десантники – это гордость Тульской области и всей России. Крылатая пехота стала символом мужества, отваги и самоотверженной преданности своей родине. Служба в рядах ВДВ считается особенно почетной и ответственной. На ваши плечи ложится выполнение самых сложных боевых задач. И вы всегда достойно исполняете свой долг до конца. Ваш профессионализм, образцовая выучка и подлинный патриотизм – пример для всех военнослужащих. У воздушно-десантных войск славная история и большое будущее. Сегодня активно внедряются новые системы вооружения. Делается все необходимое для того, чтобы поддерживать боеспособность десанта на самом высоком уровне. Убежден, что вы впредь будете с честью защищать интересы нашего государства. И пусть молодое поколение воинов продолжит героические традиции ВДВ, в основе которых взаимовыручка, воинская доблесть и верность присяге. Желаю всем ветеранам и военнослужащим ВДВ крепкого здоровья, счастья и мирного неба над головой. С праздником!